Прием-прием, друзья, на связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня мы в Майнкрафте будем выживать в мире с человеком за окном. И прямо сейчас за моей спиной солнце постепенно скрывается за горизонтом, а значит времени остается до его появления очень-очень мало. Давай я тебе все расскажу по порядку. В общем, сегодня наше выживание начнется возле этой деревни жителей в этом замечательном Сиди, и как вы заметили, как и в видеоролике с безголовым Стивом, эта деревня тоже немножечко необычная, чего только стоит вот эта грядка с растительностью, которая просто возвысилась практически до небес. В общем, мы будем выживать и каждую ночь прятаться в доме и следить, что будет происходить дальше. В теории, этот человек за окном должен будет появляться постоянно, каждую ночь, и каждую ночь делать что-то непонятное и страшное. И с каждым разом будет становиться все страшнее и страшнее. По крайней мере, я на это надеюсь. Так что ты прямо сейчас поставь лайк под этим роликом и напиши в комментариях: «Человек за окном, приди», чтобы он точно появлялся каждую ночь. И обязательно не забывай щелкнуть на красную кнопку «Подписаться». Ну что же, выживание начинается. Приятного тебе просмотра. Прием, друзья, на связи Шадимен. Ну что же, к нам уже подключилась Леди Леска. Всем привет! И Нубик. Привет-привет, друзья! Совсем недавно Нубик нам показал Сид, на котором он нашел кого? Безголового Стива. Да, того самого безголового Стива, которого мы обнаружили уже прямо на вторую ночь. Сегодня здесь, в этом Сиде, хотя, ну, просто в обычном мире выживания, мы ожидаем увидеть человека за окном. Но это уже не легенда, он действительно здесь будет, он действительно здесь появится, и наша задача прямо сейчас просто-напросто подготовиться к тому времени, пока не наступит ночь. Но ночь наступит пока что не скоро, потому что мы только что сюда зашли, солнце только встало из-за горизонта у нас, возле нас есть деревня жителей, так что все, я предлагаю прямо сейчас бежать. Давайте сразу распределим обязанности. Короче, так, ну, в первую очередь нам... Всем потребуется дерево, конечно. Вот, смотрите, кто-то пойдет добывать сразу еду. Тут очень много курочек. Нубик, погоди, сделай меч для курочек. Хотя тут, конечно, деревня есть. Я бы курочек порубил, потому что мясо, оно достаточно, ну, как-никак, много восполняет. И можно хотя бы покушать. Хотя можно этим воспользоваться. Вот, сейчас я покажу. Так, верстак кто-то делает? Я сделал уже, да, я уже сделал. Пошлите сразу в деревню тогда все ставить, чтобы... А давайте прямо... Давай, чтобы не бегать, да? А давайте в доме кузнеца сделаем базу нашу. Почему бы и нет? А, давайте, кстати, а почему бы и нет? Да, давайте. Хорошее место. Кстати, заодно... Ребят, идите сюда, загляните просто в сундук кузнеца, посмотрите, что там лежит. Смотрите сюда, идите. Инструменты готовы уже? Леска, загляни. Ну, ты, пока не трогай, не бери ничего, пускай Леска это увидит. Подойди, загляни. Где? Куча это обсидиана, подарок? Железо. Это подарок? Нет, это интересно. Просто рандом, друзья, офигенный Сид, конечно. Как, а как так, как нам так повезло? Слушайте, если я не забуду, то прямо сейчас на вашем экране появился Сид этой деревни жителей, и вы можете зайти сюда же и проверить то, что здесь реально лежат такие предметы. Так, надеюсь, то, что я потом, когда буду все это дело монтировать, я это все дело не забуду. Так что, если что, напоминайте, короче. Так, куда я пошел? А что, куда пошел делать? Я кирку не сделал и куда пошел, короче, побежал. Так, я пошла, так, да мне надо... Так, прохожу, прохожу. Так, куда идти? Пещера, пещеру бы, да, найти? Пойдем поищем пока что. Давай. Так, что тут? Слушай, из еды временно пока что морковку наберу. Давай. Так, смотри, здесь есть... А вон, смотри, тут, конечно, не пещера, но тут есть вот такая вот скала. Тут срез. Да, в ней можно, короче... Уголь вижу, смотри, уголь. Слушай, добывай уголь, я сейчас тогда апгрейд сделаю на кирке. Что? Давай. Такие миленькие курочки. Нубик, перестань, пожалуйста. Ну серьезно, что ты за бред? Потом кушать нечего будет, Нубик. Так, мне надо, кстати, апгрейд кирки. За тобой сейчас будет сегодня ночью гнаться человек, который тебя хочет завалить, а таких-то курочек же. Вы больше когда волновались? На том сиди или сейчас у вас? Где больше волнения? На том. Потому что там была неизведанность была. А я сейчас как-то больше почему-то волнуюсь. У меня такое состояние какое-то прям вообще. Этот самый болот такой темный. Так, стойте. И погода уголь страшная. Уголь все, что ли, уголь? Слушай, что-то... И там еще всякие мобы ходили страшные. Так, я, пожалуй, всё. Сделаю пока что так. Так, ребят, короче, я, наверное... в доме кузнеца, если что, лежит нагрудник железный. Кто-нибудь его наденьте, а я пока что, короче, взял железную кирку. Ладно, вот, сейчас сделаю себе каменные... Уже очень красивое место, здесь очень классно. Каменные инструменты. Я добыл 5 курочек. Так, все, это готово. Нормально. Так, пойду еще подбываю дерево.
Так, я сейчас вам это, в общем, уголь нашли? В суду уголь, да, положу уголь. Уголь нашли. Нам нужно печки еще сделать. Кстати, у кузнеца в доме как раз есть. Ну, все, печки же есть. Я предлагаю, я не... кстати, дом уголь кузнеца немножечко поменять. Дай уголь. Перестроить? Он не у меня, Нубик. Нубик, смотри, я сюда идем, в сундук положу, и ты уже бери. Ладно. Так, уголь. Я положу, предлагаю, вот да, его немножечко перестроить. Конечно, сейчас, он будет сейчас, вот из такого темного дерева, но я думаю, то, что ничего страшного. Короче, смотрите, что я хочу сделать. Так как эти так, печки... Так, ты укреплять будешь или что? Почти. Так как эти печки, они, по сути, находятся на улице... А, я поняла, ты вот эту, да, часть закроешь, угу, да, получается? Нормально. Так, сейчас вот это уберем. Слушай, ну что, где еще у нас надо добывать? Так, это что такое? Так, смотрите, что еще? Найдите пока что, слушайте, какую-нибудь именно вот конкретную шахту, чтобы мы железо нашли побыстрее я там. Я ищу. Я сейчас пойду немножко в лес, туда кирку, схожу. У меня вообще нет кирки. Нет кирки? Тут гигантские грибы растут, просто да, гигантские. Так, слушай, ну держи булыжник, я тебе скинул, можешь кирку сделать сразу, ну, каменную. Или, по-моему, каменную я, кстати, положил, если не ошибаюсь, возможно, ошибаюсь в этом сундуке. Проверь. Сейчас все распишу. Так, я позаимствую дверь у жителей деревенских. Ребят, тут грибочков много. Что, будем, нет, делать? Да нет, зачем? Мне кажется, у нас тут картохи много. Мухоморы? Так. Мухоморы, да, мухоморы. Чем эти грибные, ну, супчики делать, мы можем просто выращивать наши растения в этой деревне и все. Как грибочков объешься там? Так. Грибочков, ну, пока что еще сейчас никто не объелся никаких грибочков. Так. Пока что, по-моему, все плюс-минус нормально идет. Слушай, стоит? Сейчас подожди, что-то я тут немножко. А вот немножко есть небольшая шахта, правда, она идет как-то, знаешь, короче, она идет наоборот вверх. Как в смысле? Ну это не шахта, это уже гора какая-то получается. Это а в горе, я иду? Да. Зачем я вообще куда-то? Мне иду? Кажется, тут особо ничего не будет. У нас сейчас первостепенная задача — это найти реально какую-то шахту для того, чтобы, ну, железо в первую очередь искать, потому что нам нужно броню сделать и тому подобное. Так, я куда-то пошел пока что, короче, путешествовать. У меня есть немного морковки. Я покороюсь. Так, отлично. Слушай, ничего полезного нет, вообще ничего полезного. Ура, пока нет, что клубничка. Что-то шахты... Так, уголь. О, нет, это не уголь. Столько так. клубничек. Да буду на всякий случай еще булыжника немного. Так, прям я сразу где-то в горах, надеюсь, что я не потеряю, слушайте. Смотри, Шеди, тут клубничек? Есть такое поле, где очень много меч не клубничек сделал. Так, я не знаю, тут Феди, одни воры, сейчас попробую что? Отсюда посмотреть. Да, сколько у меня клубничек? А, Нубик, слушай, 21, наверное, да. Нет, так, 26. А что это за... Ой-ой-ой-ой, так, ребят, я ведьму нашел здесь возле этого. Ведьма? Да. Слушай, у меня оружия нет. Попытаюсь так завалить ее, у меня... Она горит, короче. Ладно. Стреляет? Она горит прямо в костре. Слушайте, такое чувство, как будто бы она использовала, короче, это зелье негорения. Я прям... Так, по-моему, уголь вижу сейчас, что секунду. Это целая пара. Ребят, нашла уголь. А как мне подойти? Ладно, я попытаюсь сломать сейчас эти материалы. Какое так это ведьма здесь. Уголь у нас уже есть, все, ура. Она смеется страшно. Я 34 клубнички нашел. Круто. Нубик, я нашел кучу еды. Иди сюда. А где вы нашли? В этом здании, где ведьма, я, короче, нашел, сейчас скажу, что. Кучу сладостей. Я открыл, Нубик. Тут еще тыквы висят. Ладно, я это не буду. Там тортиков еще очень много, прям. Так, все. Так, ребята, все, тортики в сторону. Вообще-то надо искать нам эти. Давайте. Уже скоро тебе дней будет, реально. Так, это что-то я не пойму, это. Нет. Слушай, это изумруды или нет? А почему-то мне не выпадают они. Не, не изумруды, леска, изумруды, они на глубине находятся, там плюс-минус. Нубик, я там все забрал. Беги назад уже. Ладно. Я уже обрадовалась, думала, сейчас притащу. Так, что это? Что? Так, что это? Нубик нашел. Нубик, я нашел то, что есть. На какую-то шахту. Мне только факела нужна. У вас факела есть у кого-нибудь? Факелов нет. Плохо. Я нашла много угля. Так, если что. Тут очень темно. У меня только уголь. Мне нужно уголь найти. Слушай, но я его не вижу. Так, я могу вернуть. Хотя я не знаю, сейчас. Как мне свет сделать? Я никак зайти не смогу даже. Да, я поняла. Тебе о, надо еще и вода здесь. Не, я так не поделал. Сейчас я отсюда эту воду уберу. О, Шади, вот ты где. Так. Слушайте, а вы меня не найдете ее вообще где-то далеко, и тоже темно. Я так, а я бы покушала. Я в кузнице. Я бы не отказалась, слушай. Так, о, еще уголь, ребят, что тут вообще какой-то. Так, а вот же в печке подарок. Уголь есть немного. Фу. Так, короче, у меня сейчас, более 20 уже так. Угля. Так, дополнительно. Слушайте, еще один сундук делаю. Он прямо возле давай печки будет стоять. Я туда скидываю так все сладости, надо, которые нашел, получается, у этой ведьмы там. Вот. Так, 12 картошки жарю. Возьму куриц немного. Так, еще стройматериалы некоторые тоже оставлю здесь. Кстати, еще есть тортики. Еще есть тортики. Я их сейчас сюда прям поставлю возле печки тоже. Так, а еще и мясо. Еще есть мясцо. Мясцо. Так, попробуй. Все, ну пошли в шахту. Пошли быстрее в шахту, потому что уже сейчас темнеет, друзья. Вы чувствуете это? Скоро стемнеет. Да, мы с Нубиком в шахту. Она здесь очень близко оказывается. Да.
Так, стоп. Почему здесь вода льется? Я же затыкал. Что за фигня? Где у вас вода льется? Так. Ладно, ничего страшного. Это магия началась. Слушайте, я тоже в шахте. О, есть сразу железо. Отлично, правда, один кубик всего, но ничего страшного. Так, Нубик, ищи уголь сразу, потому что нам факелов нужно для того, чтобы дальше спуститься. Так, слушайте, я не знаю, где вы, но я тут нашла неплохую шахту тоже. Ай-яй-яй, ничего не вижу, Шелли. Угля у меня много, ребят. Куда пошел ты? Я вообще ничего не вижу, Шелли. Клади в сундук, если что. Ой, вот где. Так, это не уголь получается над головой у тебя. Так, а где... А вот уголь, вот он. Ой, Нубик, хорош драться уже. Я изумруды нашла, они мне почему-то не выпадают. Извини. Надо мне каменный О, делать. О, железо под углем. Отлично, отлично. Не копай. Слушайте, у меня железа нет, я не могу... Я у под тебя не копаю, здесь... это ты, ну, под собой сейчас копаешь. Да? Ребят, у меня тут алмазы, в общем, я не могу добывать, потому что у меня кирка не той системы. Алмазы? Да. Какие алмазы, Леска? Ты что, ты не настолько глубоко, чтобы алмазы искать? Ты что путаешь? То изумруду нет, то алмазы. Слушай, вот она реально грибов объелась. Нет, я еще не... Я только собираюсь их съесть, еще не ела. Ну вот тогда съешь, еще страшнее что-то произойдет. Так, это сюда положили, все готово. 14 факелов. У меня тут зато, знаете, уже миллионы, блин, миллионы. Так, Нубик. Так. Соберись, сейчас. Ты что себя как-то ведешь непонятно, блин. У Нубика просто. Отойди в сторону, я тут железо добываю. Иди кирку найди. А если что, деревянная кирка не ломает железо, Нубик. Ты совсем глупый, что ли? Так оно ломает. У меня оно ломает, но... На улице темно, вы вообще видели? Прям темно? Прям темно. Сейчас, окей, мы возвращаемся тогда. Резко надо заскамить, Шеди. Нубик, я не думаю, так, то, что мы сейчас находимся... Нубик, мы находимся... А я не найду. В одном мире с человеком за окном. Почему ты такой позитивный? Я не знаю, мне, честно говоря, немножечко не по себе. Потому что он пока еще забыл, наверное, как это страшно выглядит, когда он вот так вот смотрит. Так, я... где вы, что О, вы? О, Леска! Ты меня видишь? Пошли. Подожди, ребят, тут очень темно, реально. А вдруг он сейчас за нами гонится, Шелли? Нубик, я не знаю, я иду домой, чтобы печки сделать. Привет. Я не знаю, кто может гнаться, ты кто меня нет. Ты оставил тут. Все, Нубик, перестань, думала, пожалуйста, далеко, и соберись. Ты сейчас все сначала так будешь делать. Ладно. Так, ребят, так, вот уголь, смотрите. А, ладно, вот так поставлю. 49. 49, это офигенно. Так. Так. Там еще было уже темно, я ничего не вижу. Я сразу все по печкам распределяю. Слушай, так, я это есть сюда 6 железа. Сюда тоже 6 железа тогда. Нубик, куда ты? Чего иди ты сюда, хочешь? Переплавляйте. Погодите, распределяйте. Куда ты, Нубик, ходишь? Давай, давай, подожди, дай поем, нет, я прям сил нет. Дверь посмотреть хочу. Да. Что? Дверь увидел. Нет, нет, она там. Нубик, хорош прикалываться. Ты постоянно какую-то фигню делаешь. А там кто-то... Специально нет, такой выходит, говорит, дайте-ка я в дверь посмотрю. Посмотри. Там ходит кто-то. А реальная фигня какая-то, это что такое? Это что? Человек-колготка какая-то или что это? Ты что, колготка? Вот сейчас тоже. Тихо, не выходите из дома. Нубик, ты нашел то же время смотреть, когда у нас железа нет. Спрячься в дом и не выкладь вообще. Ты хочешь, чтобы он сюда пришел, что ли? Я никогда не видел. Страшно, слушай, что-то мне уже сейчас не смешно. Так, все, ну что, железо делается, все забито. Тебе было смешно. Слушайте, мы тут с вами в этом мире ненадолго, вы не против, если я сделаю себе алмазный меч? Все равно алмазная кирка нам, по сути, тут не нужна. У меня там алмазов столько, ребят, надо вернуться в ту шахту. Алмазов? Я же тебе говорю. Леска. Леска, это не алмазы, ты что так путаешь? Ну а что это такое может быть? Абсолютно. У нас тут огромное количество различной модифицированной руды, может быть, что угодно, Леска. Давайте мне вот кирку железную сделаем, и я проверю. А какого тогда они были цвета? Вот как алмазики такие, прям голубые. Леска, не алмазы, не алмазы. Нет, да? Она не может такой. Так, два меча кладу в этот сундук. Еду все распределили себе, если что. А, нет, я еще не распределила. Так возьмите себе все, что надо. Ты имеешь в виду прям с собой, да, взять? Ну да, я не знаю, мы сейчас с вами пойдем туда, к тому месту, где эта фигня была. Короче, она же появилась в конце концов. Ладно, сейчас подождите. Пойдем туда. Так. Так, загляните я в сундук. Я меч один беру, да? Сундук кузнеца загляните, там немножечко брони есть, возьмите кому что надо. Сами тоже распределитесь, ладно, короче, вот как-то так. Ладно, возьму, ладно. Так, это я сюда сделаю, ты сюда. Себе заодно. Все, ребят, я готов выдвигаться. Ну все, стойте. Так, слушай, у тебя такой меч крутой. Я в сундуке кузнеца посмотрю, что есть. Так. Иди нагрудник, Нубик, бери нагрудник, штаны бери. Что-то не вижу никого сейчас. Ого, ну, так уже куда-то попал. Убежал, наверное. Так, ну все, у меня только меч и нагрудник. У вас что? А, сделали факела, кстати, да, факела. Да, да, да. Пойдемте. Я-то не сделала. А представляете, еще. Он умеет перемещаться. Если он умеет перемещаться. Леска, мы пошли. А, я еды бы хочу взять. Пошли, Нубик. Подождите. Бананы. Шай, ты так с уверенностью идешь? Я иду с уверенностью. Слушайте, подождите. Потому что вы со мной. Так. Ну, мы сейчас вообще ничего не видим, кстати. Очень плохо видно, уже темно.
Где он был? Здесь, да, ходил прям вот по полю? Ой, да, нет, где-то вот за этой видела? Полянкой. В конце поляны прям. Кого ты видел, Нубик? Нет, слушайте, мы как-то на открытом месте, мне кажется, очень это... Опасно. Мясо добыл еще дополнительно. Видите кого-нибудь? Ты специально так? Ребят, смотрите, что здесь. Это что? Смотрите, это не вы не копались здесь? Нет, нет, это нет. Вот какая-то стойте, шахта, но почему это выглядит так, как будто бы это реально шахта прям? Пойдемте. Это может, лестница хотите? Же! Ну да. Это же лестница. Слушай, ну тут как будто кто-то был, да? Кто-то до нас выживал и получается это все. Нет, в смысле до нас выживал лиска? Это абсолютно новый это созданный мир. О чем ты говоришь? Ну а как тогда? Стойте, вы прикалываетесь! Чего? Ну я говорю, что кто-то делал это. Ты? Нет, я сюда не ходила. Я не копала вообще. Я в другой стране была. Стоп! Что? Слушай, тут все... Ого. Леска. Это место ты про алмазы говорила. Какого черта здесь алмазы делал в таком количестве, что? Нет, ну нет, ты что, я зачем тут сундуки? Что за бред? Таких факелов не было. Не-не, погодите, ребят, над нами кто-то просто шутит, такого не бывает. Ну если так, это я не знаю, так, и тут полно. А там... Леска, иди за мной. А вы где? Подождите. Там еще вниз, да? Там вниз идет? Ну я забираю все, что? Почему бы и нет? Сейчас придем, алмазное все сделаем. А, господи, он сверху стоит! Тихо, он прямо возле этой дичи вот стоит! Это... Так, реально ты не шутишь? А нет, пропал. Ребят, пойдемте домой скорее, я домой хочу, все, пойдемте. Слушайте, он вот так стоял на меня, смотрел, вот так. Ого, я не видела. Это очень страшно, тебе понимаю. Друзья, это только первая ночь выживания, вы видите, что происходит? Слушайте, мне кажется, это получается он и поставил все эти алмазы, в принципе. Это получается что, ловушка была какая-то своеобразная, чтобы мы туда зашли поглубже? Не пугай меня, я так боюсь. Я еще последняя. Подождите меня. Леска, я в серединке просто. Подождите. Ночь только в самом разгаре сейчас. Страшно. Все, давайте короче, закроемся в доме и сидим до утра. Так, ребят, я тогда что, алмазный, что ли, все крафчу? Почему бы и нет? Так... Давай. Если у нас все это есть, мы что, не можем скрафтить тебе все это алмазное, что ли? Так, раз, два, три, раз, два, три. Так, это сюда. Так, ребят, точно так же, получается, в сундук кузнеца все кладу, если что, берите, забирайте все. Ладно. Там, все там прибамбасы, приколдесы. Отлично. И так далее. Так, раз, два, три. Так, слушай, и еще ботинки вижу. Сейчас сделаю. Так, Нубик, забирай шлем. Так, еще ботинки последние, сейчас отлично. Две пары сделаю. Так, сюда и сюда. Все, готово. Так, сюда и сюда. Все, отлично. Это я с себя все, снимаю, это надеваю. Я тоже. Обалденно. Фу. Так, я тоже пойду возьму тогда. Так, сюда. И два меча еще алмазных вам тоже сделаю, чтобы у вас были мечи алмазные. Хорошо. Все, положил. Так, слушайте, ну по-моему он пропал, да? Да, я смотрела, нету, вообще да. Ни разу не появился. Я тоже немного заглянула. Слушайте, такой, в таком случае я даже не знаю. Специально нам, да, положили эти алмазики? Я предлагаю, может быть, тогда следующий день просто перемотать, и когда будет закат, мы с вами сразу включимся вот так сделать, потому что, мне кажется, днем будет не особо интересно там бегать. Друзья, в общем, увидимся прямо через секунду, когда уже будет следующий день, и будет наступать следующая ночь, посмотрим, что будет в ночь под номером 2. Секунда прошла, мы на месте. Вот, мы, короче, просидели, практически ничего не делали, немножечко пожарили, переплавили и тому подобное. В общем, друзья, луна заходит, вернее, выходит из-за того горизонта, солнце заходит вон там. Чё мы подумали? Короче, мы тут такую штуку заметили. Здесь, вон, видите, там грядка на горе находится. Супер необычная, короче, она как-то сгенерировалась вообще прям максимально нестандартно. Видишь, Леска, ты чё-то спиной смотришь просто. Да, я смотрю просто через это. Все, пойдемте туда, побежим. Заодно мы решили сделать там что-то вроде ловушки, либо место, где мы будем ожидать. Ебарная. Вот. Давайте, так. Ловушка? Опа. А из чего? Ловушка из того, что мы там сядем и будем наблюдать. Обзорный приманка. Пункт у нас будет там. Мы же и будем приманкой. Так, только теперь здесь давайте лестницу только нормальную сделаем. Опа. Вот где-то, знаете, вот где-то здесь я копала, вот это сразу говорю. Так, хорошо, чтобы снова что-то мистическое не заметить там. Так, да. Лесенку поднимаем. А это что-то непонятное с алмазами. Ой, я факела снова не взяла. С алмазами это он поставил. Это вот этот человек за окном поставил. Серьезно? Ну а так. Кто? В смысле, он там в этом месте но появился? Это, прям, это приманка была, приманка. Видишь, мы туда зашли. Странно то, что он так свободно дал нам их собрать. Дал, и главное выйти. Может, он знает, что он придет и в итоге заберет уже их. А что, может добрый? Быть. Я не думаю, что все хорошо, точнее, кончится, Нубик. С чего ему поднимаюсь. Нам дарить? Снег начинается. Снег тут очень холодно, потому что уже реально. Так, ребят, так, все, мы... Наша грядка, мы, да. Короче, на... О, смотрите, тут реально просто зима за холмом. Да, зима. Кстати, да. Стойте. А вы заметили то, что, кстати, я только что осознал, за все это время
не было ни одного зомби. Зомби? Вообще да. Никого. И при том, что мы же находимся, получается, никаком не на мирном. То есть у нас, если что, мы едим, у нас все это тратится. Это очень странно. Слушай, грядка вполне обычная. Я думаю, что-то тут будет. Ну да, обычно. Она просто очень непонятно появилась. Как она здесь вообще, да? Вот интересно. Да, это очень интересно, забавно. Так, все, стоим, короче, смотрим. Видите? Да, появился. Вижу. База. Ха, ищет. Он думает, что мы... Он за алмазами, походу, вернулся. Слушайте, что будет, если его завалить, интересно? Что из него выпадет? Вот из безголового Стива выпала голова. Слушай, хотя он без головы. Я не знаю, кстати. Он вроде такой не агрессивный, как тоже валить его. Вы видите, куда он делся? Пропал. За домиком. Внутрь, наверное, зашел тоже. А нет, вон он. За дом уже зашел. Слушай, он как-то интересно, то ли разглядывает, то ли что-то. Но если он ломать начнет, то это явно то, что он что-то там жесткое замышляет, наверное. Смотрите. Что он делает? Подкоп делает, реально. Ого! Это что? Он сейчас реально все алмазы. Землю зашел. Алмазы у меня все. Ага, молодец. Пойдемте проследим за ним, что он в доме делает. Пойдешь. Так, ребят, стойте, тихо. Так, тут такая штуковина есть заманчивая. Вот, тут как бы если в нее попасть, все будет хорошо. Если не попадешь, то все будет плохо. Вот я не знаю, леска тебе пробовать или нет. Леска-то вообще. Я, короче, попробую, ребят. Все, была не была, пофигу, если что-то со мной произойдет, я попал. Все, я попал. Ребят, ну Бик попал, леска, может не надо? Леска, может не надо, лучше, я не знаю, я что-то боюсь за тебя. Ой. Спустись, да, вот здесь лучше, вот здесь лучше, по холмику спустись. Я не буду экстремалить сейчас. Оп-оп-оп-оп. А я вот так вот. Ну все, отлично. Опа. Вот, видишь, как умею. Ой, испугал, ты житель меня. Так, что, крадемся? Вообще, ага. Носится как ненормальный. Так, что-то есть охота? Леска! Прийти? Так, Нубик, смотри, смотри в оба. Леска, кушается, да. Леска. Не видать? Пока нет. Сейчас как выскочит, напугаемся. Зачем оружие поставить? Так, не вижу. Но его. Подкоп через не окна. Заделал. Подкоп. Так, ну-ка я поводил. Я в соседний дом зайду. Через соседний дом посмотрю. Ой, в доме нашем он. Он там. Я вижу, ребят. Сундуки открывает. Он что-то проверяет все вещи. Что такое? Опа, так тихо. Наблюдаем, Нубик, что такое? Что-то повернулся в другую сторону, смотрит вниз. А ты где? Леска. Я за домом, в котором ты внутри. Я сбоку. Слушайте, что, попробуем, может, смотрите, давайте план такой. Он в доме. Так. Я, получается, заколочу дверь. Вы пойдете через подкоп. Подкоп? Давай. Да. Все, скажите, когда будете возле подкопа. Я уже на месте, все. Я тоже. Нубик, ты где? Все, я подхожу к двери. Я заколотил дверь. Все, врываемся. А, я к вам иду, я к вам иду. Давайте, раз, два, три. Заходим! Давайте, валить его! А что тут вода льется, я не понял. Так, ребят, а что здесь такое? Стойте, мы же в яме. Ребят, что вы стоите-то? Копайте, что вы стоите-то? Да упирай, ты что, копаю? Леска, копай. Вы думаете, тут без палива, что ли, с вами пройдем или что? Давай скорее запрыгивай. Че, где он? А че Нубик меня закладите? А, вот он стоит за печкой! Ребят, валите! Помогите! Все? Серьезно? Все? Я думал то, что он будет намного сильнее, прям намного. Что-то вообще быстро. Да, я вообще даже не успела присоединиться. Фух, так и получается, так, с него даже ничего такая... и не выпало-то толком. Что-то он какие-то алмазы там положил, еще что-то. И... Так, как выйти-то? Слушайте, у нас тут баррикады. Да здесь выйдем, смысле, сломаем сейчас и все. Так, слушайте, друзья, вот как-то... А, нет, погодите секундочку, стойте, не-не, нифига, что-то выпало все-таки. Оно просто вот сюда улетело. Золотой глаз, прикиньте, смотрите. Золотой глаз? Золотой глаз какой-то. Это вот эти. Кстати, глаз такого же цвета, как и он прям. Ну, понятное почти. Дело, значит. Слушайте, ну, интересно. Прикольно. Друзья, у нас вот такая вот сегодня получилась охота на этого человека за окном. На самом деле, он менее все-таки, наверное, криповый, вроде как менее опасный, нежели чем безголовый Стив. И думаю, то, что сегодня, так скажем, опасности было намного меньше, но все равно страшновато. И реально странно, почему ни одного моба на улице до сих пор нет. Ну, на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.